сборной, какие итоги из него чего-то вести? Я считаю, что это шаг вперед по сравнению с матчем Бразилии, потому что мы много в этом матче контролировали мяч, и это даже заставляет соперника много бегать, поэтому я считаю, что лучше. Второй матч подряд сборная пропускает три, как от этого избавиться, и тренер на этом вообще педалировал, акцентировал? Ну, нам самим, конечно, неприятно осознавать, что мы пропускаем мяч в вторую игру, и не будем над этим работать, и я думаю, что... Антон Заболотный сказал, что если бы было побольше дней у сборной вместе, то игра была бы лучше. Согласен? Ну, я думаю, что да, у нас был большой перерыв с последним сбором, когда играли с Испанией. Где-то мы подзабыли требования сборной, где-то все обнимали, связи потеряли игровые. И я думаю, что в чем-то правда. В эти двух матча общий счет 6-1 в Румынии не вгоняет перед домашним чемпионатом мира. Давайте на это очень сильно. Так, нет, тут точно не гоняет и не будет гонять. Как болельщикам в этой связи себя противоставлять команде, потому что результат не очень хороший. Тем людям, которые футбол не очень интересуются, в смысле, они посмотрят два матча подряд, наши проигрывают, по три мяча пропускают, скажут, да ну, что? Еще раз будем стараться играть на свой максимум, играть в футбол, как играли сегодня, боясь того, что точно. Спасибо.